На сайте первого президента Казахстана Ельбасы опубликована статья Нурсултана Назарбаева «Духовные завещания Абая». В статье Нурсултан Назарбаев рассказал о роли великого мыслителя в казахстанском обществе и отметил, что его мечты сегодня стали реальностью. Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже 19 и 20 столетий эпохи просветительства и пробуждения в казахской степи. Его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее. Уверен, что слова и идеи Абая, служащие краеугольными камнями нашего современного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное воплощение в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях, написал Ельбасы. Так уж случилось, что в год 175-летия Абая разразилась пандемия коронавируса, губительное действие которой не обошло ни одну из стран мира. Но ведомые верой в светлое будущее мы преодолеем и эти временные трудности. Об этом говорил и Абай. Кто не сталкивался со злом? Терять надежду, проявлять безволие. Если правда, что в мире нет ничего вечного, то отчего и злу оставаться вечным? Разве после суровой снежной зимы не приходит цветущее полноводное прекрасное лето? Статья первого президента Республики Казахстан Ельбасы Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая».